журналисты, они тоже испытывают страшную внутреннюю ломку вот всей этой ситуации, когда их пытаются перемолоть. И еще раз повторяю, что несмотря на вот достаточно тяжелые ощущения собственные от этой поездки, я еще раз повторяю, что там есть люди с совестью, и среди журналистов в том числе, и есть люди, которые понимают опасность той пропагандистской кампании, которая разворачивается внутри Украины украинскими СМИ. И их тоже надо поддержать. Им надо дать возможность понять, вот тем ответственным журналистам дать возможность понять, что они не одни, и что любое слово правды, если даже они не смогут высказать его на своих каналах, оно все равно может быть востребовано.